Всем привет, и мы продолжаем. Так, сейчас мы находимся на пороге к управлению какими-то двигателями. И нам надо... Нам надо сделать все возможное, чтобы починить эти двигатели. Тут я смотрю... Я смотрю, до хера всякой всячины бродит. Падла, куда ты пополз? Что-то я не вкурил, куда они все разбежались? Сука, алё, блядь, вы чё, охуели, что ли? Сюда иди! А, вон одна спряталась, за движком. Ну, падла. Интересно, а почему они все как-то спрятались от меня? Так, у тебя уже давно там нету уже ног. Ой, ты моя, ты кляча, блядь, куда ж ты бежишь-то нахуй? Так, стопэ. Там мелюзги-то сколько. Блядь, как я их терпеть не могу. Они крадутся. Сучки. Все. Одна переваривается, лапа что-то переваривается, такая переваривается, говорит, сука мне, блядь. Одного пальца указательного не хватило до тебя добраться. Нихуя себе, вот это да. Вот такой вот у нас двигательный отсек. Соберем всякие интересные штуки. Всякие интересности сейчас пособираем. После этих товарищей тут наверняка что-то осталось или нет? О, да, бабло. Давай, сука, ты мне должен. Какой огромный двигательный отсек. Вау, нихуя себе всякие трубы. Все так серьезно, все так прорисовано, блядь, главное. Прям огромные. Кабеля такие, блядь, валяются, прям электрические, брошены прям с одного отсека в другой. Это все очень серьезно, все так детально прорисовано. Блядь, на то время это просто шикарнейшая игруха. Просто охуенная. Вау, я тут еще хожу, тут всякие патроны собираю. Разбросанные. Нихуя себе, космонавт. Ты че, блядь? Да, самое главное, чтобы он потом не очнулся. Когда я тут все починю. Давай, блядь, вот как-то он, блядь, так хуёво ломает вот эти ящики почему-то, я не знаю, ни с одного раза. То есть как-то он иногда не попадает. Давай, блядь. Ну, много чего интересного, в общем, я подобрал, кстати. Как у меня там рюкзачок? А, сука, рюкзак-то у меня переполнен уже. То есть мне больше уже здесь ничего не подобрать. О, силовой узел. Yes! А вот силовые узлы мне нужны. Сейчас посмотрим, что здесь, блядь, еще. А, здесь все. А, ну как бы на этом и закончен мой осмотр этого двигательного, так сказать, отсека. Все помещение я обошел вокруг, поэтому больше ничего здесь интересного нету. Мне кажется. Так, мне надо подойти к тому компьютеру. Я, наверное, сделаю следующее. Сейчас я соберу вот сюда баллончики. Со взрывчаткой, потому что я так понимаю, что они мне всяко понадобятся, наверняка. Здесь откроются какие-нибудь двери. Я даже не знаю, чего тут можно ожидать. Ну что, начнем? Что такое? База зажигания. Сука, я так и знал. А, блядь! Я так и знал, сука, что вы тут, блядь, будете. А, нет, стоп. Стоп. Блядь. Она в полете зависла. Кто еще? Кто здесь еще? Сука, кто-то еще где-то движется. Или нет? Блядь, по-моему, все. Фух, это было напряженно. Не зря, кстати, баллоны все эти. Запуск двигателя. Все, задание выполнено. Так, походу мне надо отсюда... А, да ладно! Мне надо отсюда убегать срочно. Бегом, блядь, бегом, быстрее. Нихуя себе, я тут движок запустил. Отлично. Все системы работают.
Наконец-то хорошие новости. Да, конечно. Найди вагонетку. Я давай, давай, находи вагонетку, давай. Ази, быстрее. Не слушай его, никакой вагонетки, блядь. Садись на метро и быстрее к нам. Поднят из планеты. Давай, блядь. Защита корабля не работает. Защита корабля нихуя не работает. Айзек, не слушай этого нигера, блядь, он все пиздит. Эта сучка опять тебе наврала. Давай, Айзек, садись в вагонетку, я тебе ее уже притаракал. Смотри, она на нижнем этаже. Блядь, кому мне из них верить, я не знаю. Так, надо мне записаться. Отлично, я записался. Теперь можно идти дальше. Сука. Кто-то из них врет. То ли девчонка, то ли мужик. Этот черный. Сука, так. А что у меня тут? Можно что-нибудь использовать? Нет. Ай, блядь, они нихуя мне не дают использовать. Так, а что это у нас внизу? Тын-тын. Топливо для огнемета. Бля, нахуй оно мне нужно, это топливо для огнемета. Огнемет, кстати, на деле такая вообще хуйня. Ладно. Я постараюсь как-нибудь. А, блядь. Да хули стараться, надо, короче, просто идти, блядь, в магазин, потом... Айзек, Айзек! Блядь, где ты? Я жду тебя, любимый! Какая-то сучка орёт, ждёт меня. А-а-а, всё, я понял, я пришёл сюда же. Я пришёл обратно, к своему магазину. Всё, отлично, тогда я сейчас смогу сходить за этими же патронами ещё второй раз. То есть, ну как бы, вернуться. А-а-а, нет, ты чё, блядь? Ты охуел, что ли? Ты откуда взялся-то? Во, падла какая. Нихуя себе. Такая, блядь, откуда она вообще прилезла? С какой-нибудь трубы, надо здесь все заделать, блядь, пласт. Блядь, каким пенопластом, на пластилином. Залепить все дырочки. Так, сейчас зайдем в магазин, короче, в общем. Все я себе тут сделаю, красиво. Так, ну, после посещения магазина я возвращаюсь на транспортную станцию. Да, мне как раз туда и надо. А, взял я патроны, вернулся. Все окей, девчонка мне сказала, давай садись быстренько в метрошку и гони к нам. Здесь ничего интересного у нас не осталось, мало ли что. Так, ничего нету, ладно, отхуйся. Надо перезарядить пистолет свой. Ну что ж, поехали! Отлично. Вау, задание выполнено. Транспортная станция. Мы переносимся. Глава 3. Орбитальная коррекция. Завершено. О, как все круто. Сохранить. Да. И мы начинаем главу 4. Смерть неизбежна. Блять, так все так страшно. Что нас ждет в 4-й части? Почему она называется «Смерть неизбежна»? Неужели мы все умрем? Айзек. Кендра права, блядь. Блядь, ты должен жить, Айзек. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Блядь, нигер опять тебя нахуй гонит какую-то шнягу, блядь. Ну и где он? Он в трюме. Блядь, хули ты ему пиздишь? Не слушай ее, не слушай баб, вообще делай всегда все по-своему. Айзек, блядь. Короче, он хочет, блядь, нас всех уничтожить тут. Нет, я не хочу вас уничтожить, я хочу домой, блядь. Я хочу вместе с вами, блядь, вернуться на планету Земля. А, блядь, она меня вырубает, нахуй, Айзек. Если будет звонить тебе, не слушай ее. Сука. Так, блядь, что-то они там гонят между друг другом. Девчонка терпеть не может этого, блядь, Нигу, короче. А Нига вообще ее не может переваривать. Пиздец, короче, у них там... Да ладно, блядь. Нихуя себе такая дырень проделана. Тихо, ты-то тут, блядь, не шевелись. Хера тут так долбануло нехило. Сука, то есть с внешней стороны там вообще лазит. Блядь, я вообще даже не представляю, кто там. Там просто пиздец какой-то. Так, надо зайти, наверное, в магазин. Так, я оставил несколько вещей у себя в сейфе. И можем продолжить дальше. Йоу! Стопэ, а где... Бля, неужели я свой классный резак оставил? Я оставил свой резак, бля, в сейфе. Хер с ним так, с лазерным магазином, где мой плазменный рюкзак продать, переместить, все отлично. Не такое бывает, че. Центральный атриум. Бах, бах, блядь. Ух ты, вот это помещение, блядь. Что такое, нет? Это что это такое было? Мать твою, Айзек, давай чини быстрее все. Попадание в мостик, блядь, все заебись, короче, герметичность не нарушена. Блядь. Тут полный пиздец. Друзья мои, блядь, что мне тут делать надо? Хуя себе, как все разъебало тут. Опа, я тут подбираю пока всякие штуки интересные. Здесь, кстати, одно хорошо, что здесь пока нету никаких страшных чудовищ. Так, а куда мне идти надо?
Ага, мне надо спускаться вниз. Я там дыра такая, бля, вот это пробило. Еще они говорят, герметичность не нарушена. Так как она не нарушена? Я там просто прилетела, такая глыба. Ну ладно, хуйся, не нарушена, не нарушена. А, блядь. Так, я правильно хотя бы иду? Да, мне надо спускаться на лифте. Вау. О, еще, блядь, короче, костюм мне дали. Бля, теперь надо мне искать скорее магазинчик и покупать себе новый костюм. Ты кто, мужик? А, сука, здорово! Так, все тихо, все нормально, смотри, я тут решаю несколько комбинаций, блядь, которые нам помогут, блядь, в починке двигателя. Так, надо только вот узнать, блядь, какую кнопку нажать. Красную, зеленую или желтую, да, смотри. Тебе там придется перерезать пару проводов, нахуй. Только не знаю, каких там, они все, блядь, разноцветные. Скорее всего, надо будет резать фиолетовые и голубые. Так как я не люблю голубой цвет. Давай, Айзек, блядь, помоги мне, нахуй. Сейчас мы с тобой вместе тут починим все движки. И успокой свою тёлку. Ну чё, чё, чё ты меня тут держишься? Что-то он бухтит, бухтит. Айзек, блядь, всё будет нормально. Ты там чё, в доту рубишься, что ли? Бля, Алёна. А, все, мне уже, короче, надо отсюда уходить, понятно. А это что, трон твой? Wow. База данных, список погибших, журнал разработки, да, бригадир там, хуил, короче, блядь, все, кого здесь завалили. Ладно, хуй на них. Им уже не поможешь. Что там? Сука, Айзек, там еще какая-то тварь носится, я думал, что она сдохла, но нихуя. Как так-то, блядь? Бля, значит, эта хуйня сейчас будет на меня прыгать. Ну что ж, я думаю, что здесь впору записаться и начать уже отсюда. Я думаю, что здесь какая-то хуйня будет точно нездоровая. Пока никто не прыгает, я запишусь. Ну а встретимся в следующей серии. Всем пока.